приветствую всех. Вы смотрите новости ТВ-8. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. В студии для вас сегодня работает Ирина Стрепко. Оставайтесь с нами. Еще на 60 дней в Молдове продлили режим чрезвычайного положения. Необходимого такого шага глава Кабмина аргументировал так же, как и его предшественница раньше. Оппозиция снова выразила недовольство. Подробности через несколько секунд. Отныне Высший совет магистратуры функционален. Парламент назначил первых трех членов ВСМ, которые не являются судьями. О ком идет речь, узнаете в студии. Водители троллейбусов жалуются, что работают в изнурительных условиях. Часто работают без выходных, уставшие и вынуждены уложиться в назначенное время на поездку. Не пропустите подробности. Еще на 60 дней в Молдове продлили режим чрезвычайного положения. Традиционно процесс соответствующего запроса в парламенте сопровождался сегодня новым витком дебатов на геополитические темы между представителями власти и оппозицией. Необходимость такого шага премьер Дарин Ричан аргументировал так же, как и в прошлом его предшественница Наталья Гаврилица. По словам главы Кабмина, необходимы механизмы быстрого вмешательства для разрешения кризисов, порожденных пограничной войной. Мы должны понимать, что продление чрезвычайного положения является необходимым конституционным инструментом, потому что мы все еще сталкиваемся с элементами гибридной войны России против Республики Молдова. Я думаю, что пришло время уже конкретно аргументировать, не только запугивать людей, а привести конкретные факты и аргументы выше высказанным теориям и угрозам безопасности, которые озвучиваются высокопоставленными чиновниками. Я так понимаю, что вы не были ни в Буче, ни в Ирпене, ни в других местах, чтобы увидеть ужасы войны. Вы были не в состоянии управлять рисками, связанными с людьми, которые хотят дестабилизировать обстановку. Вас финансируют русские, а вы читаете нам лекции о демократии. А теперь попробуйте взять плакат с надписью, например, «Долой Путина» и идите в Кремль. Постойте там хотя бы минуту, и вас арестуют. Чрезвычайное положение в Молдове ввели 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор его неоднократно продлевали. Отныне Высший совет магистратуры функционален. Голосами депутатов ПАС парламент утвердил трех членов не из числа служителей Фемиды, которые прошли оценку комиссии по предварительной проверке. Они не могут назначить судей, но смогут принимать определенные технические решения и объявлять конкурс на вакантные должности в Высшей судебной палате. Сегодня спикер парламента вновь призвал судей организовать выборы до пасхальных каникул. Татьяна Чаглик, Ион Гузун и Александр Пастика стали новыми членами Высшего совета магистратуры не из числа судей, но с опытом работы в юриспруденции. Их кандидатура парламент одобрил голосами правящего большинства. Все трое выступили на пленарном заседании и ответили на вопросы депутатов. Как выделить этих честных судей, продвигать их? Надо показать, что это возможно, нежели то, о чем говорится здесь, на пленарном заседании. Ион Гузун утверждает, что решение носит финансовый характер. По его мнению, неправильно, чтобы судья получал столько же, сколько водитель автобуса. Судья с 11-летним стажем работы в суде общей юрисдикции имеет заработную плату в размере 17 тысяч леев. Если мы собираемся платить судьям низкие зарплаты, даже если должность водителя ответственная, потому что они везут пассажиров, мы не можем требовать качества. Но уверяю вас, что судей можно привлечь к ответственности с повышением зарплаты небольшой. Решения, принятые парламентом, вступают в силу со дня их утверждения. Это значит, что с сегодняшнего дня у нас действующий ВСМ даже с четырьмя членами. Это трое не из числа судей, а также в РИО главы ВСМ Нина Чернат, которая будет исполнять обязанности до общего собрания судей. Парламент должен выбрать еще трех человек с опытом работы в юриспруденции. А поскольку предварительную отборочную комиссию прошли только трое из восьми кандидатов, будет организован новый конкурс. Те, кто представит досье и будут иметь право на участие, будут направлены в комиссию по предварительной проверке и так далее. Процесс длительный? Да, потребуется время, но ВСМ заработает уже с момента назначения новых членов. Они начнут определенные процессы, чтобы разблокировать ситуацию в сфере юстиции. Объявление конкурсов на должность судьи ВСМ, объявление конкурса на должность члена. Коллеги, закон говорит, что нужно 2/3 действующих членов. По мнению новых членов ВСМ, комиссия по предварительной проверке была достаточно строгой, но все же, считают они, этот конкурс был организован честно и прозрачно. Они призвали добросовестных лиц с хорошей репутацией не бояться участия в конкурсе.
Да, действительно, было трудно представить в комиссию все запрошенные документы. Например, я отправилась даже в банк, чтобы получить выписку. Но таковы были требования, и я их выполнила. ВСМ является коллегиальным органом. Очевидно, что все решения должны приниматься на пленарном заседании ВСМ. Как члены мы имеем право предпринимать шаги и выдвигать определенные предложения. Остается посмотреть, как могут быть организованы первые заседания. Депутаты от партии ШОР на заседании отсутствовали, а народные избранники от БКС проголосовали против. По их мнению, политики не должны влиять и вовлекаться в судебную систему. То, что сделал парламент, похоже на инъекцию, которая снимает боль, но, так сказать, не лечит болезнь. Это не решает проблемы, наоборот, создает новые. Председатель парламента вновь призвал судей созвать общее заседание до 28 апреля. Сообщество судей, просыпаемся из-за дела. Все говорят, что есть сотни толковых судей. Я хочу их увидеть. Пусть выйдут из анонимности, наберутся храбрости. Думаю, что они есть, я не сомневаюсь в этом. Высший совет магистратуры состоит из 12 членов. 6 разбираются не из числа судей, то есть представители гражданского общества, имеющих юридический опыт, а остальные 6 из числа служителей Фемиды. Точнее, 5 судей от судов общей юрисдикции, по одному от апелляционной и высшей судебной палат. Их мандат составляет 6 лет. Пока что из 22 судей и основных судов только 4 прошли оценку. Тогда как из ВСП и апелляционной палаты не был допущен ни один судья из 6, представивших свои досье. До сих пор не побороли обиду. Хотя Гай Кавардарян вышел из блока коммунистов и социалистов еще в прошлом декабре, сегодня его бывшие коллеги показательно напомнили ему о предательстве. Именно так они называют решение законотворца. Прямо в разгар заседания парламента на стол Варданяна насыпали несколько монет. Сам он тогда никак не отреагировал, но позже отметился публикацией в Фейсбуке. Все произошло во время представления законопроектов о назначении новых членов ВСМ. Сам Вартанян назвал сегодняшний выпад кризисом идей, отметив, что бывшие коллеги в очередной раз решили ярко в кавычках выразить свою позицию. Он призвал бывших коллег переосмыслить свою деятельность. За последние 4 месяца от социалистов ушли 3 депутата. Александр Нестеровский и Ирина Лозаван решили продвигать движение, инициированное партией ШОР. А Гай Кавардарян присоединился к движению, созданному мэром Кишинева Ионом Чебаном. В этой связи БКС разработал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые запрещали бы политическую миграцию. Зеленый свет реформе Высшей судебной палаты. Сегодня парламент проголосовал за пакет законов, призванных сократить количество судей с 33 до 20. Иначе говоря, делается ставка на Высший суд с меньшим количеством судей, но честным и с европейским окладом. Оппозицию возмутил в частности тот факт, что судьи ВСП, не прошедшие проверку на добросовестность, будут освобождены от должности. Более того, они не смогут вернуться в систему в ближайшие 7 лет и будут лишены специальной пенсии. Отмечу, что согласно новым положениям, почти половину судей ВСП составят юристы без опыта работы судьями, вышедшие из разрядов адвокатов, прокуроров и преподавателей права. Реформа происходит на фоне кризиса, спровоцированного в Высшей судебной палате, где осталось 2 из 25 служителей Фемиды. Остальные написали заявление об увольнении. Некоторые заявили, что покидают систему, поскольку правительство заклеймило их коррумпированными. Однако, по мнению профильных НПО, на самом деле уходят те, кто знает, что не пройдут тест на добросовестность. Стабильность Молдовы отвечает интересам Запада. Такое послание президент Майя Санду передала участникам саммита за демократию, организованного президентом США Джо Байденом. В своей речи глава государства рассказала об угрозах, с которыми сталкивается республика, и действиях властей, подчеркнув, что наша страна нуждается во внешней поддержке. Молдавская демократия хрупка из-за бушующей на границе войны и цели, спонсируемых Кремлем, гибридных атак, направленных на дестабилизацию нашей страны. Однако мы не позволим этим угрозам разрушить нашу стабильность, безопасность или образ жизни. Мы ищем союзников из других демократических государств, чтобы помочь нам оставаться частью свободного мира. Но мы не можем сделать это в одиночку. Это единственный способ защитить демократию Республики Молдова. Майя Санду призвала союзников Республики Молдова присоединиться к санкциям на глобальном уровне, чтобы предотвратить случаи высокой коррупции.
Вы должны разделять нашу безопасность и нашу уверенность в том, что демократия может и принесет результаты. Другими словами, наша стабильность в ваших интересах. Президент Владимир Зеленский также принял участие во втором саммите «За демократию». Киевский лидер заявил, что Россия находится в состоянии войны со многими демократиями мира, подключая механизмы дезинформации, коррупции, вмешательства в выборы, шпионажа и киберпреступности. Во-первых, мы не должны думать о том, как сохранить лицо Путина, чтобы снизить затраты на борьбу с ним. Мы должны думать о том, как сохранить уважение к демократии в тех странах, где свобода еще не победила. Во-вторых, защитники демократии должны помочь всем оружием, которое будет надежным, чтобы обеспечить поражение агрессора. Демократии нужна победа. В этом году не позже мы можем это предложить, но мы должны действовать быстрее. Второй саммит «За демократию» проходил с 28 по 30 марта. Мероприятие организовано президентом США Джо Байденом, который пригласил 121 лидера, большинство из которых выступило в онлайн-режиме, что на 8 больше, чем в 2021 году. Слушания по делу под общим названием «Кулек», в котором обвиняемым проходит экс-глава государства Игорь Дадон, вновь перенесли. Сегодня в Высшей судебной палате планировалось рассмотреть скандальное видео, снятое в 2019 году, на котором запечатлено, как на встрече с Плохотником и Яраловым ему пытаются передать пресловутый черный пакет, ставший впоследствии мемом. Заседание прервали на час, поскольку судья Надежда Тома попросила самоотвод. Судебную коллегию по этому делу она возглавила после ухода в отставку Владимира Тимофтия. Надежда Тома была назначена председателем судебной коллегии по делу о кульке после того, как прежний судья Владимир Тимофти принял решение уйти в отставку. О причинах, по которым Тома приняла это решение, рассказывать нам она не согласилась. При этом Игорь Дадон утверждает, что рассмотрение его дела переносится из-за реформ, проводящихся в судебной системе. Вы сами видите, что все инстанции заблокированы, и я в этом не заинтересован. Считаю, что чем быстрее состоятся заседания суда, тем раньше будет вынесен оправдательный приговор. Потому что все понимают, и все чаще появляются независимые мнения. Юристы, адвокаты, даже представители правой политической ориентации говорят, что у этого дела нет никаких шансов, как и у остальных. Выразил Дадон и мнение, почему судья сегодня заявила о своем самоотводе. Я не знаю, но, как говорят адвокаты, возможно, она состояла в другой коллегии, которая рассматривала отвод этой коллегии. И в соответствии с регламентом она не имеет права быть в составе коллегии, которая рассматривает это дело по существу. Прокурор заявление главы государства на момент написания материала не прокомментировал. Дело под общим названием «Кулек» Высшая судебная палата рассматривает с осени. Бывшего главу государства обвиняют в том, что он якобы требовал от Плохотнюка и Яралова почти миллион долларов, чтобы, как президент Молдовы, договориться с соответственными в Кремле людьми о благоприятных условиях для Демпартии и лично за тогдашнего лидера политформирования относительно создания правящей коалиции демократов и социалистов. Игорь Дадон стал первым президентом Молдовы, которого судят за преступления, совершенные при исполнении служебных обязанностей. Именно поэтому дело рассматривает Высшая судебная палата, единственная инстанция, имеющая право выносить решения по делам, в которых обвиняются главы государства. После почти недели в изоляторе водителя троллейбуса, переехавшую на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, отпустили. Апелляционная палата заменила ей по запросу адвоката меру пресечения и перевела под домашний арест. Трагедия, которая потрясла весь город, произошла 24 марта на проспекте Мирчичел-Бетрын. Предварительно было установлено, что водительница ехала на скорости, когда девочка переходила по зебре. Позже появились и подтверждающие это видео с камер наружного наблюдения. Женщина свою вину признала. Ранее ее адвокат сообщил, что она сожалеет о случившемся. На этой неделе стало известно, что 8 сотрудников управления электротранспорта были отстранены от занимаемых должностей на время служебного расследования. Новый инцидент с участием троллейбуса спустя почти неделю после жуткой аварии на Чеканах, в результате которой погибла 12-летняя девочка. Водитель резко закрыла дверь, не дав пассажирке с ребенком на руках спокойно выйти на ее остановке. Рюкзак женщины остался зажатым между дверями внутри троллейбуса. Однако ни водитель, ни кондуктор не обратили на это внимания. В то же время власти продолжают усиливать проверки сотрудников управления электротранспорта, а водители общественного транспорта жалуются на слишком напряженный график. Инцидент произошел вчера на остановке «Ботанический сад», конечная 4 и 22 троллейбусов. Водитель резко закрыл дверь, когда пассажирка выходила из троллейбуса. Ее рюкзак остался зажатым между дверьми. Не удержавшись, женщина, у которой на руках был ребенок, упала на землю. Однако ни водитель, ни кондуктор троллейбуса на это никак не отреагировали.
Мы пообщались с пострадавшей. Вероника Ешану признается, что до сих пор не может прийти в себя после вечерней поездки на 22-м троллейбусе. Говорит, ей очень повезло, что другой пассажир заметил, что с ней произошло. При том, что ни водитель, ни кондуктор внимания на случившееся не обратили. Двери захлопнулись в тот момент, когда я выходила, и мой рюкзак остался в троллейбусе. Я выходила из задней двери, а другой пассажир из двери посередине. И мне очень повезло, что он заметил, что со мной произошло. Он как-то вам помог? Да, он стал стучать по троллейбусу, просить, чтобы они остановились. Сегодня руководство столичного управления электротранспорта организовало совещание, где водитель мотивировала свой поступок тем, что плохо себя чувствовала и очень торопилась, чтобы вовремя завершить поездку и не выбиться из графика. При этом представители управления утверждают, что перед тем, как выйти на маршрут, женщина прошла все медицинские проверки и на недомогание не жаловалась ни в начале смены, ни в течение рабочего дня. Руководство РТЭК заявило, что водитель и кондуктор, которые причастны к этому инциденту, понесут наказание. Водитель наказана, ей вынесен строгий выговор. Такой же строгий выговор получила и кондуктор, которая работала в тот день. При этом столичное управление электротранспорта не скрывает, что учреждение испытывает кадровый кризис. Филичия Русу рассказала, что вакантные места есть всегда. Это подтверждают и водители, с которыми нам удалось пообщаться. Люди рассказывают, что очень часто им приходится работать сверх установленной нормы. Многие принимают решение сменить место работы, потому что к изнурительному рабочему графику прибавляется постоянная тревога, связанная с тем, что водителям необходимо думать об ответственности, о безопасности их пассажиров. Люди перерабатывают и очень устают. Мы все устаем. Я не сказал бы, что нас принуждают столько работать, но нам просто приходится это делать, приходится помогать, потому что работать больше некому. Как вы думаете, нужно нанять больше водителей? Тогда вам было бы легче. Нужно, конечно, но где их взять? А почему люди не идут? Потому что для многих эта работа очень сложная. В этом причина. Мы спросили у водителей, штрафуют ли их за то, что троллейбусы ходят не по графику. Нам ответили, что за это не предусмотрено слишком суровых наказаний. Если опаздываете, получаете штраф или какие-то санкции? Нет, ничего такого страшного, но диспетчеры, которые работают на линии, бракуют нам то одно, то другое. Многие водители отказываются от этой работы из-за постоянной напряженности и сложных условий труда. Представители РТЭК говорят, что трагедия, которая произошла в прошлую пятницу, когда троллейбус сбил на зебре 12-летнюю девочку, стала причиной усиленных проверок и изменений в обучении сотрудников. Также было проведено расследование, результат которого – отстранение от должности на время служебного расследования 8 сотрудников, которые занимали ответственные должности. Колыбель православия в Украине, некогда место паломничества миллионов верующих со всего мира, превратилась в поле противостояния двух лагерей. Священники, которых поддерживают десятки верующих, столкнулись со СМИ и правоохранительными органами. Напряженность возникла после того, как священнослужителям, которых обвиняют в поддержке подрывной деятельности России, было приказано выселиться из Киево-Печерской лавры. Однако те не подчинились. Як ви себе ведете? Зніміть, будь ласка, оцю кіпатку. Уберіть! Уберіть камеру! Уберіть руки! Будь ласка, займайтеся своїм ділом. Ідіть, будь ласка, відійдіть від світла. Национальный заповедник, известный как Киево-Печерская лавра, находится в ведении Украинской Православной Церкви, которая якобы контролируется русским патриархатом. В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины провела рейд в монастыре, чтобы противостоять подрывной деятельности российских спецслужб. После проверки священнослужителям было приказано выселиться из святыни, однако те отказались уходить. Руководство монастыря заявляет, что не видит никаких доказательств, выдвинутых против них обвинений, и считает, что закон на их стороне. Более того, прихожане пытались вывести икону с территории лавры в багажнике автомобиля, но были остановлены полицией. Это себя делала просто. Это не старинная икона. Я бачу. Не, это не старинная. Что это? Можно было зайти? Выезжай. 10 марта Министерство культуры Украины уведомило Православную Церковь о расторжении договора 2013 года о безвозмездном пользовании зданием и о том, что ее члены должны покинуть здание. Чиновники сослались на вывод оперативной группы о том, что находящиеся в монастыре служители храма нарушили условия договора об использовании государственного имущества. Согласно кадрам, опубликованные членами церкви в социальных сетях, десятки верующих собрались в среду, чтобы на коленях помолиться за спасение Киево-Печерской лавры. После начала войны Украинская Православная Церковь разорвала отношения с Москвой и с главой Русской Православной Церкви, объявленным сторонником Владимира Путина. На этом завершаю сегодняшний выпуск новостей. В студии для вас работала Ирина Стрябко. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте tv8.md. Я желаю всем хорошего вечера. Увидимся завтра. Ну а далее новости бизнеса.